Всем привет! Рады представить новинку от компании Redwerk — мойку высокого давления 2,2 кВт. Как и все мойки высокого давления Redwerk, оснащены алюминиевой помпой и плунжером из нержавеющей стали. Двигатель мойки 2,2 кВт с максимальным давлением 160 бар. Мойка оборудована катушкой для намотки и хранения шланга высокого давления, длина которого составляет целых 8 метров. И оборудована мойка сетевым кабелем, длина которого 5 метров. Кстати, стоит заметить, что для кабеля есть специальная скобка. Естественно, в комплект мойки высокого давления входит пистолет с быстросъемным разъемом для соединения шланга. На мойке мы видим два выхода. Это алюминиевый выход для подключения шланга высокого давления и второй выход для подключения водоснабжения из центральной водосистемы. В комплект мойки входит инструкция, с которой обязательно нужно ознакомиться перед работой, грязевая фреза, трубка с быстросъемным коннектором для двух насадок. Одна насадка под 0 градусов, более точный факел, и вторая насадка с более обширным факелом под 25 градусов. Коннектор для подключения шланга и водяной фильтр с мелкой сеткой. Обращаю ваше внимание, что использование мойки высокого давления без данного фильтра категорически запрещено. Еще один важный момент, что у мойки высокого давления Redwerk уже в комплекте имеется вот такой вот крутой пенообразователь. И, кстати, для его хранения в мойке высокого давления есть очень удобное место. Ну и теперь от слов перейдем к делу. И, конечно же, перед началом работы нам нужно размотать шланг. Размотанный шланг мы подключаем к алюминиевому разъему. Далее устанавливаем фильтр для очистки воды. И далее подключаем водяной шланг. Затем подключаем шланг высокого давления к самому пистолету. И еще одна важная информация. Перед включением мы не запускаем мойку, а заранее прогоняем за счет пистолета, точнее, так сказать, выгоняем воздух из системы. Перед началом работы мы устанавливаем насадку с расширенным факелом 25 градусов. Затем уже включаем мойку. И вторая насадка с более точным факелом, а точнее 0 градусов. И теперь грязевая фреза. Ну и теперь пора протестировать пенообразователь, который уже идет в комплекте вместе с мойкой. Объем бачка максимально — это 1 литр. Вода уже у меня налита, буквально здесь 400 миллилитров. Добавляем средства для бесконтактной мойки, конечно же, Redwerk. Лью я на глаз. А вы используете пропорции, которая указана на самой бутылке. В среднем где-то это 1 к 30-1 к 70. Хочу обратить ваше внимание, что на пенообразователе есть регулировка моющего средства. Это или больше, или меньше. Для подключения пенообразователя к пистолету снимаем насадку и вставляем пенообразователь. Перед работой проверяем. И уже приступим к самому тестированию.
Ну и как видели, пенообразователь хорошо работает, хорошо нанес пену на автомобиль. Дальше что мы делаем? Мы сняли пенообразователь и одеваем насадку трубчатую с насадкой более расширенным факелом 25 градусов. Ну и смываем. Ну и как сами вы видели, что мойка Redwerk полностью справилась со своей задачей. Все функции ее в рабочем состоянии. А я с вами прощаюсь. Желаю вам приятной и чистой работы с мойками высокого давления Redwerk.